Харе Кришна, как вы уже знаете из репортажей, которые регулярно обновляются на нашем веб-сайте, мы закончили возведение фундамента главного храма, закончили забивание колонн, на которых будут установлены узловые соединения всего здания. И сейчас за моей спиной находится храм, находится новый кран, который совсем недавно возник здесь для того, чтобы поднимать материалы для возведения дальнейших стен и перекрытий здания. Таких кранов будет два, которые будут охватывать всю строительную площадку, поднимать плиты, блоки и всевозможные строительные материалы для продолжения стройки. Сейчас вокруг нас находится множество колонн, которые возникли для того, чтобы поддерживать плиты перекрытия разных уровней. Строительство активно продолжается, и мы надеемся в течение 1-2 месяцев возвести несколько первых уровней перекрытий. Харе Кришна. Сейчас мы с вами находимся на том месте, где будет находиться алтарная комната главного здания. Вот эта колонна – внешняя граница алтарной комнаты, которая будет иметь круглую форму. Эта колонна находится на одной границе алтарной комнаты, и вы можете посмотреть, следующая колонна, которая находится в 54 метрах от нее –